какой я прекрасный. А этот тоже попался ему, знаете, этот. Есть такие быстрые продавцы, да, а есть тоже такие же на чили. В большинстве случаев все относятся довольно-таки это нормально ко всему этому, и никто там не нервничает. Кого-то бесит, такая вот раздражает на больших городах. А я сегодня имею бытовые проблемы, поэтому сегодня эти два мужика меня просто взбесили. И так случилось, что они уехали обратно, годик всего пожили. Я вот Артему говорю, как быть, уезжают люди, вот год всего лишь пожили, вот у них такого какое-то состояние, и они потом пишут. И вы знаете, единственное, что мне вот непонятно, что люди, вот когда человек уехал, они пишут о том, что они не жалеют ни о чем, еще что-то, тоже люди начинают их мучить. Вот они смотрят, например, там людей, которые в Америке живут. И... Всем привет, мои дорогие, сегодня у нас вторник. Я сегодня голову помыла, накрасилась немножко, привела себя в порядок чуть-чуть по сравнению с предыдущим видео. А сегодня мы ездили в Костко. Здравствуйте. А я ничего не снимала, сегодня народу много. Приезжала еще дополнительно сегодня за своими линзами на другой глаз. На один глаз мне выдали, на левый не дали, потому что у меня глаза разные. И на левый глаз у меня всегда идут линзы чуть позже, там 2-3 недели. Недели бывает, по-всякому. В этот раз, конечно, было очень так это затяжное. Не знаю, можно было, конечно, по почте прислать мне, но мне пришлось переться. Вот. Пришлось, все равно едем. С одной стороны, да. Обычно иногда оформляли еще онлайн, что левый глаз у меня приходил на почту. Так звучит, левый глаз приходил на почту. В общем, как-то так. Вот. Но я решила немножко поприветствовать вас и немножко, может, поболтать. К сожалению, видео в машине последнее время, потому что все бегом-бегом туда-сюда. И в машине как-то это, проще снимать. Приходишь домой, там дети, все такое прочее. Я говорю, когда ты не работаешь на YouTube, соответственно, вот выделяешь время тогда, когда тебе свободно и хочется это делать. Сегодня у нас очень жарко, но я сегодня в кофте была. Зацените, у меня новая кофта, посмотрите. Вот я всегда что-нибудь покупаю, начинаю хвастаться, хвастушка такая. Реально, мы с Сонькой, не с Сонькой, мы с Краленькой заходили, искали ей штаны. Были, по-моему, в Рос, что ли, зашли, а там какой-то привоз был. И, редко попадаются мне как-то вещи нормальные, которые мне нравятся именно в этом магазине. Я там редко бываю, но вот когда вот сколько раз бывала, ничего такого не могла найти. Вот. А эту вот кофточку вот такую взяла, и хорошо в Костко ходить, когда холодильники. Это мерзно, все всегда берут кофточку, кто мерзляки, потому что невозможно без этого. Вот. В общем, вот такая кофточка $15. Красота. Причем в отделе для этих тинейджеров я взяла. В отделе для взрослых таких нет. Красивых, ярких. А что еще сегодня? Что-нибудь расскажешь? А то все я и я. Может, что-нибудь скажешь? Темка грузила сейчас воду, и это у него что-то не так, видимо. Короче говоря, воду ему поднимать нельзя. И что-то спину немножко, чуть-чуть. Сегодня будем вправлять. Я же костоправ у него. Он у меня ложится. Хаттаб пойдет сегодня. Хаттаб пойдет, и я ему поясницу все это вправляю. Вот на место ставлю, у него немножко проходит. То есть я костоправ, это так чисто, просто чисто домашний. Нет никакого образования, ничего в этом плане. Так уже, знаете, опыт, я бы так сказала. Опыт, куда деваться. Вот. Танечки у нас, видите, вон бабушка с дедушками на кабриолете. Мы сейчас на заправке будем заправляться. Очередь была очень большая, Артемка сегодня. У меня вообще тележки, мы две тележки взяли. Он там взял воды, еще и я с телегой стояла в очереди, чтобы линзы свои забрать. Один мужчина, конечно, знаете, в какой-то момент меня просто где-то немножко даже это взбесил. Чуть-чуть я так, знаете, поймала себя на мысли, что он меня бесит.
Я не знаю, он очень долго стоял и мерил свои очки. Я женщина, я так не делаю. У меня иногда так быстрее происходит. Но этот мужчина сегодня... А здесь это размеренность в моде. Это вообще в моде. В Флориде вообще все на чили. А знаете, вот он купил очки, и вот он, значит, их надел. И вот, значит, один поворот влево, второй поворот вправо. И так это все медленно-медленно, с таким удовольствием. Какой хороший день, какой хороший. Да, какой я прекрасный. А этот тоже попался ему, знаете, этот... Есть такие быстрые продавцы, да, а есть тоже такие же, на чили. И вот они, знаете, с ним вдвоем встретились, и я стою сзади. Думаю, как вы меня бесите. В какой-то момент, ну реально, вот прям взбесили меня. Думаю, так долго, мне Артем уже сходил в воду, там разгрузил. А мне попался такой кассир-рэпер. Он каждое свое нажатие сканером озвучивал, там, пиу-пиу, там, потом, что он еще там, подкидывал пистолет, там, крутил, так, пух-пух-пух, воду там расстреливал. У тебя хоть это, хоть развлекалочка была, у меня наоборот. И, а так вообще во Флориде очень часто на кассе могут люди, ну, просто не спеша взять с кассиром, разговаривать, и всем без разницы, что там большая очередь сзади стоит. Да. И скажу больше, большинству людей в этой очереди тоже без разницы, и это нормально. Конечно. Я сам нормально к этому отношусь, но стоит там дедулька, и что-то у них тема какая-то с продавцом, он вроде уже обслужил, но тема завелась, он что-то спросил, тут что-то ответил. И так что-то смеются, разговаривают, и всем фиолетово, что сзади еще 8 человек стоит. Я стою в этой очереди 8-й, и даже мне нормально, что они там болтают. И да, нет какой-то не хватает языка, мне кажется, я бы там стояла бы, да. И очередь задерживала. Я бы с ними бы там тоже стояла бы и трещала бы с удовольствием, если у меня вот действительно был бы язык такой, ну, нормальный. Поболтать с ними, там поговорить. Вот я, кстати, тоже из таких же людей, с одной стороны. Когда там что-то опаздываешь или еще что-то, а я вот так потрещать тоже, в принципе. Понятно, всякие бывают люди, тоже там кто-то торопит, еще что-то. Но в большинстве случаев... Ну, какие-то случаи, вот ты заскочил сегодня, у тебя в очень быстро случаев надо. В большинстве случаев все относятся довольно-таки это нормально ко всему этому, и никто там не нервничает. Кого-то бесит, такая вот раздражительность, ну, в больших городах. Это, я думаю, зависит от... Ну, вообще все эти раздражительности и так далее, это же все от проблем. То есть от бытовых проблем и так далее. Да. Почему человек раздраженный? Его что-то раздражает не конкретно в этом случае. Да. Его, это уроки психологии, да, начались. Да, конкретно раздражает в целом. То есть он, вот этот кассир, который разговаривает с клиентом, который перед ним, он последней каплей является, да. Перед этим человек чем-то другим недоволен. И так как здесь все-таки немало, ну, таких состоявшихся людей, наверное, пенсионеров, которые, ну, не имеют каких-то бытовых проблем. Вот, наверное, поэтому... А я сегодня имею бытовые проблемы, поэтому сегодня эти два мужика меня просто взбесили. Да? Потому что Артему надо быстрее работать, а Артему надо ехать, он уже там тележку разгрузил, я такая стою, думаю, блин, сейчас вот столько времени, вот он стоит, я опаздываю, в общем, как-то вот так вот. Конечно, да, начинает все это раздражать, но в целом-то я понимаю, что я быстрая, быстрее в этом плане. Но вот это вот постоять, поболтать, поговорить, какую-то там тему заводить, люди заводят, ну, интересно, они говорят обо всем, абсолютно. Вот, не стесняясь, что даже, в принципе, друг друга не знаешь, абсолютно. Ну, такие, много таких. Вот, на кассе постоянно спрашивают, а ты что это любишь, а что тебе понравилось, то есть, как бы... готова просто похохотать с тобой. В общем, настроение, если есть. В общем, как-то так. Сейчас вот машину выключают, когда здесь нужно выключать машину обязательно. Кондиционер не работает, жарень, вообще не представляете. Сейчас вообще жарко становится. Все. В этом году вообще зима, по сути, у нас была такая классная. Вот прям вообще крутая зима. Вот есть январь, декабрь. Ну, вообще суперская погода. Не всегда так бывает, как в этом году. Вот. Сегодня у нас как раз была оплата в Костко, возврат который делается. Вот. Поэтому возврату сегодня мы ходили, какая там бесплатная закупка называется у блогеров. Бесплатная закупка. Вот. На возврат сегодня сходили. Довольно-таки много купили, две тележки практически, что-то на 307, что ли, или 370 долларов
надо сплюсовать, посмотреть. У меня вот чек лично там всякие помидорки, там мясо, мяско, не так много взяла. На $245 у меня чек вышел. Вот, а что еще? Нашла, знаете, интересную вещь такую, fashion food. Сушеный. Будем сегодня пробовать. Попробуем, покажу вам. Упаковки чуть не видела до этого, взяла. Там витамин С очень много. Я не знаю, не посмотрела, конечно, состав. Дедушка с бабушкой проехали. Дедушка в шляпе. Все люди разные. Везде все одинаково на самом деле. Неважно, в какой ты стране живешь. Есть люди, которые с деньгами, есть которые без денег. Разный класс. Все живут как могут. Как могут. Знаете, вчера вот у меня тема такая была. Я у Артема спрашивала. Мы с ним разговаривали. У меня в Инстаграме, в общем, что-то я подписалась на одну девушку. И что подписалась, не помню. По-моему, у меня знакомая была подписана. Я увидела, думаю, ну, может, чем-то интересное подписалась. Посмотреть. И как люди живут. А в итоге тоже интересно, представляете? Мне тоже интересно посмотреть, как другие живут. И так случилось, что они уехали обратно, годик всего пожили. Я вот Артему говорю, ну вот как вот уезжают люди, вот год всего лишь пожили. Вот у них такое какое-то состояние. И они потом пишут. И вы знаете, единственное, что мне вот непонятно, что люди, вот когда человек уехал, они пишут о том, что они не жалеют ни о чем, еще что-то. Ну, как бы тоже люди начинают их мучить. Вот они смотрят, например, там людей, которые в Америке живут, и потом, когда человек возвращается обратно, это столько вопросов у людей, а че, почему, а как. И вот она, бедолашка, все, вот ей нужно вот это, знаете, доказывать, оправдываться тоже, да, постоянно, говорить что-то вот в этом случае. Вот, а потом еще, да что вы там ездили, и, в общем, всякое такое, вы знаете. Потому что какой-то определенный процент людей, они на самом деле смотрят не просто с позиции, что им интересно, что им просто какая-то информация нужна, что им просто человек симпатичен, да. Есть еще немалый процент тех людей, которые примеряют на себя эту жизнь, mm-hmm. и они себе тоже нафантазировали, вот я могла бы или мог бы. Но сейчас уже не тот возраст, но вот если бы я была бы и был бы помоложе, я бы, скорее всего, бы так же сделал. Либо я вот планирую скоро это сделать. Соответственно, они примеряют на себя, и вроде бы как вот они смотрят, вот уже почти сопоставили свою жизнь с жизнью того, кого смотрят, и тут человек им такую вот свинью подложил, уехал обратно. И вроде бы как так? Ну, почему? Наверное, да. Почему? А что, если меня тоже? Вот я об этом мечтаю, и со мной мне тоже придется ехать обратно. Да, наверное. Да, мне тоже придется ехать обратно. На самом деле, нет тут единого такого, что всем подходит, да? То есть кому-то одно нравится, кому-то другое нравится, кому-то подходит, кому-то не подходит. Проблема у людей в идеализации какой-то. Идеализируют что-то, они принимают жизнь такой, какая она есть. И идеализируют, просто какую-то картинку себе представляют, скорее всего. А на самом деле, по факту, без разницы, в любой стране, когда ты живешь, ну, все зависит только от тебя, и все одинаковое. Вот все кажется, что вот все приехали. Если в Америку все там богатые, все живут, не знаю как. Да, блин, здесь люди есть разных классов абсолютно. Вот. И кто что может, кто как умеет. Я всегда всем привожу пример такой, когда первое время я, ну, в самом начале канала, это было давно, и я довольно-таки активно общался, имеется в виду за пределами канала, мне писали там, и разговаривали мы, и от некоторых, кто планирует переезжать, ну, я получал такие вопросы, и в разговорах я понимал, что человек хочет переехать, не сколько что-то поменялось, чтобы у него... И сколько там из-за каких-то там, ну, в общем-то, человек хочет переехать на заработки. Вот, человек, первый вопрос звучит так: а я смогу зарабатывать больше, чем сейчас зарабатываю там, где я живу? И такая, знаете, вторая фраза, что если я не смогу зарабатывать больше, то нафига тогда мне это нужно? То есть вот,
Люди воспринимают это как поездкой на вахту какую-то, да, на какие-то заработки, что типа они приедут и приедут только для того, чтобы заработать здесь больше. Нет, я всем отвечаю одно и то же, и все, кто, кого я знаю и здесь живут, они могут подтвердить то же самое. Ты сюда можешь приехать, каким бы ты ни был успешным ранее, ты здесь можешь опуститься в ноль, уйти в минуса, и никто не гарантирует доходов, это все зависит только от тебя. От того, что ты умеешь делать, что ты будешь делать. И это не гарантированно, что ты будешь богатый. Совершенно. Да, везде привозим себя. В любом случае. Вот. И там я помню, что там такая ситуация была. Зачем к этому приехали? Вот зачем вы поехали в Америку? Там такой прямой вопрос был. Зачем вы поехали? Я такая, знаете, иногда задумалась. Ну, она что-то ответила, якобы я. Типа, да, дурацкая какая-то мечта была. А еще, знаете, когда приезжаешь, если у тебя еще в России остается что-то, да, ну, нормальный там дом у тебя, участок, да, красивая кухня, все красивое, а люди приезжают в Америку, получается, нужно деньги совершенно другие, нужно платить за жилье, оно очень дорогое. Или если там в Лос-Анджелесе или еще где-то у тебя пока там денег таких нет, и ты снимаешь какую-то комнатушку, то само собой, вот прям этот разлет такой, вот у людей там начинается, особенно у женщин, депрессия, да. Я вообще помню, вначале, по-моему, чемоданы собирала постоянно, да, несколько раз. У меня был такое, кстати, вот там первый год особенно. Вот. Ну, самое главное, что люди что-то делают, меняют, и они об этом не жалеют, и это очень хорошо. Вот, и вопрос здесь, вот, конечно, да. Очень такой щепетильный. Дети иногда, дети, да. Они сталкиваются, во-первых, с кучей проблем, с трудностями, обучение, да, на английском языке и так далее, хотя это на самом деле очень быстро у детей все это решается. Некоторые, кто там, ну, был в каких-то тепличных условиях, ребенок, ну, приезжая сюда, чего-то лишается, лишается привычных своих каких-то, ну, комфортных условий. И, конечно же, некоторым, да, детям это. Я сейчас помню, вот у нас был, да, три этажа, третий этаж, у нас дети, у нас все в игрушках было, у них все было. Мы приехали сюда, и я снимал, Артём снимал видео, я в этот раз делала, по-моему, шортс как-то со старого видео. С него или с него, с него. Короче, там Артёмка показывал наш квартир, который мы сняли. Еще это, наверное, она про ролик, который называется «Обжились». «Обжились», представляете, вот «Обжились». Это не пустая квартира, это мы уже «Обжились». И я, знаете, вот после таких, конечно же, там, да, жила так, а потом приехала в Америку, и у меня там, ну, у меня тоже довольно-таки вариант был хороший, четырехбедрумный, там, как говорится, не. Да, мы жили, первое наше жилье здесь, оно было довольно-таки чистое, не грязное, не дешевым и в хорошем районе, да, и просторное. Да. Изначально оно чистенькое, все было удачно, все прекрасно, и Артём снимает, я вот сейчас вот спустя года, я просто смотрю и думаю, боже, мои дети. Они приехали со мной, просто, знаете, казарма, стоят две кровати в комнате, обои уже ничего нет, стены просто однотонные, ни картин, ничего я не вешала. Даже, извините, две кровати, хоть там это какая-то цветная еще, постельное белье. Ну, еще поначалу же, а можно ли вешать, а ничего ли за это не будет, то есть, вот эти, знаете, пугалки. Да, не знаешь, что, да, то есть вот, приехали, столько было каких-то запретов в себе. Мы даже, вот я говорила, мы год не меняли, по-моему, лампочки, да? Ну, мы не, как-то не додумывались. Не додумались, не обращали, что можем, внимание. Да, помимо. Общем, кстати, говорят, что нам не до лампочки. Да, нам до лампочки было. Но как раз-таки не факт, что мы правильно делали. Это тоже есть такая гипотеза, что этот слишком яркий белый свет, он довольно-таки, ну, негативно влияет. Но по настроению, конечно же, у нас было все ярко, светло после того, как мы все лампочки поменяли. И даже квартира по-другому заиграла. Так можно было жить. Ну, в общем, это был ужас, конечно. Я понимаю своих детей. Тоже определенное такое у них, наверное, непонимание, куда, что. Ну, зато было море, конечно, пальмы и все такое прочее. Это как-то компенсировалось. Да, теперь мы не ездим на него. Я просто не представляю, если
приехать там какой-то Нью-Йорк, там серый город, еще какую-нибудь мрачную погоду, да, и вот ты приезжаешь, у тебя вот эта вот жизнь, я наслушалась просто людей, которые там приехали в Нью-Йорк в плохую погоду, и вот им приходилось там, ну, по-всякому, да. Дешевое плохое жилье. Дешевое плохое жилье, соседи непонятные. Оно еще хуже, потому что там изначально цены дороже. Да, поэтому очень важно, чтобы вот это было все так, знаете, гармонично, плавненько, так сказать, это, не совсем прям так вот, чтобы все было ужасно, потихонечку, плавненько вот, входить вот в это так состояние. Хорошо, когда в жизни ты идешь последовательно, да? Это многих вещей касается. Я помню, например, такой приводили у нас всегда с отдыхом. Мы как-то ездили там, не знаю, Турция, там, чуть в сторону, Тунис, Египет, еще что-то. В какой-то момент мы бабах Мальдивы, бабах Сейшелы, и после этого уже как-то все остальное уже не так интересно, уже как-то смотришь, ну, уже не то. Поэтому лучше ездить. А знакомая у нас вообще в первую страну, куда она выехала, это были Мальдивы. Там мы, собственно, и познакомились. Вот, соответственно, после Мальдив у нее уже как-то к Турции, к Египту. Хотя, на самом деле, мы скучаем по Турции, да. Не знаю, скорее всего, по тему, тому обслуживанию, потому что Турция, она все-таки впереди планеты всей в этом плане. Ну, Мексика нет, еще... здесь альтернатива, да. Да, Мексика здесь альтернатива. Но Турция, это по тем временам, это, конечно, было прям будет супер, ты там приезжаешь и отдыхаешь. У нас вообще последний раз был отель, я помню, мы приехали. Вообще классно справляли день рождения Софии. И нам, я помню, просто вот там настолько был такой сервис, ты просто вот как гость. Я сказала, что у меня у ребенка день рождения, они тут же мне, значит, столы накрыли, отдельную нам комнату огромную с выходом там, да, с таким балконом. У меня дочь пришла, я сама пришла, я обалдела, там лепестки роз, все рассыпано, мы еще ездили, у меня сестра ездила тоже с нами, девчонки были у нас, близняшки очень маленькие. Вот, все рассыпано лепестками, такая красота, вы не представляете, как они это красиво все делали. Просто у меня Сонька обалдела, я обалдела. Мы как раз были это там было... на 2 недели, да. То есть довольно-таки долго. И там много интересного происходило, в том числе нас увезли куда-то в центральный город, девчонки заболели с температурой, да, мы лежали в больнице. И мы еще умудрились в эти 14 дней, 3 дня в больнице, по-моему, полежать с температурой. В общем, мы уехали в больницу даже с детьми. А, вот, кстати, еще не договорила, там, мы когда заходили на день рождения, значит, мужчина дверь открывает, представляете, вот это все, это вот, ну, видеть надо было, такая красота. Сразу скажу, что это вообще не подразумевало никаких дополнительных плат, никаких договоренностей, да, это просто на уровне узнали, что у нас день рождения. Единственное, что мы в этот отель непосредственно не первый раз, и нас уже там узнавали, то есть вот единственный, наверное, момент, что мы уже там 4 раза. Да, есть такие вот отели, да. Раза 4 мы там были точно, да. И что еще? Вариант такой, что у меня, получается, София и Дима остались в отеле, а мы с детьми уехали, получается, вообще были в больнице 3 дня. И вот за моими детьми там приглядывали, представляете? Мне сказали, все, мы созванивались, всю Ирина, не переживайте, все, дети будут в целости и сохранности. Представляете? Там еще у меня, и там все эти разносы все подносили, там чаек, все фрукты, там кушайте, все, у Софии там еще продолжение банкета было, ну, это, конечно, удивительно, вот до сих пор вспоминаю, такой еще, может быть, отель, я сейчас даже не помню, как он назывался. Там что-то Пайн был, он находился в Белеке, это уже изначально район такой хороший. Пайн, что-то связанное, и там очень-очень в соснах весь. Он такой не крутой, по сути, это там всякие там Риц, там, не знаю, такой не лакшери, но обслуживание было прям вот суперское, прям вообще классное. Вот. Уезжали мы на машину, я помню, Мерседес нам большую подогнали, прям на нашу семью. Прям все суперски было. В общем, отдохнули, но на ура. Запомнилось прям вообще. Отдых — это вообще самое лучшее вообще воспоминание. То, что мы можем помнить долго, это вот какие-то такие вот классные моменты. Больше запоминается. У меня все эти отдыхи связаны со стрессами, потому что я очень тяжело вырывался из работы. И в том числе меня это всегда напрягало, потому что это помимо того, что трата денег, ну такая, знаете, импульсное восприятие, это трата денег, трата времени, а столько по работе нужно сделать. Тут вроде пытаешься это сделать, тут наоборот
пытаешься в рост пойти, а тут сброс происходит какой-то на отдых, нужно выпасть из работы на неделю, на полторы-две, еще и деньги потратить. Вот. И... На себя любимого жалко, да? Но на практике вот все, наверное, самые яркие воспоминания у нас всегда связаны именно с отдыхом. То есть мы вспоминаем, как мы там отдыхали. Да, он сам, кстати, больше меня вспоминает. Это я его все время от кресла отрываю. Я, кстати, всегда говорю, Артем от кресла оторвала, и мы поехали. Поэтому моя задача такая жизненная. Я его отрываю и куда-то тащу. Выслушивай мои маты. А потом в конце выслушают благодарности. Ну, это нормально, да. Вот. В общем, все время, всю жизнь его отрываю от кресла постоянно. Вот так и, как говорится, докатились. Вот. В общем. Не даешь геморрою развиваться. Зачем он нам нужен? Нам не надо такого счастья. Ну все. У меня рука, конечно, затекла уже. Много говорили. Надеюсь, вас не утомили. Такое видео сегодня будет. Болталочка. Сори из машины. Увидимся с вами в следующем. Спасибо, что были с нами. Всем здоровья. Всем всего самого хорошего. И всем пока-пока. Увидимся.